Воздушные гимнасты под куполом цирка – это всегда было и остается одним из самых захватывающих моментов программы. Зрители буквально замирают. На этом представлении полный аншлаг. Половина зрителей – люди, что называется, серебряного возраста. 250 пригласительных билетов вручили сочинцам в честь Дня пожилого человека. Как и все остальные гости цирка, они смеются над клоунами, поражаются возможностям животных и переживают за акробатов. А это вот замечательный отдых. И я бы всем обратился, особенно ветеранам, давайте посещайте цирк. Вы отдохнете, и будет замечательно, хорошее настроение. А хорошее настроение – это хорошее здоровье. Ветераны труда признаются, в цирке бывают редко, разве что с внуками за компанию. Такой подарок от администрации стал настоящим сюрпризом. Тем более, что уже слышали об эффектном представлении. Собаки в упряжке и танцующие северные олени – такие удивительные животные разбудили во взрослых людях любителей цирка. А у такого зрителя возрастных рамок, как известно, просто нет. У меня даже слезы, когда вот зверей показывают, вот, оленей, тем более, что я жила 8 лет на севере. Поэтому это очень шикарно, тем более, это впервые так, видим такое. Люди не стареют, душой молодые всегда, поэтому цирк всегда нужен. В одном ряду с почетными гостями цирка самые маленькие сочинцы. Они невольно стали еще одним подарком для старшего поколения горожан. Детский смех и веселье для тех, кто сегодня отвлекся от домашней суеты и просто радуется жизни. Там интересно. Красиво. Хорошо все выступают, потому что там много разных фокусов, а еще там есть выступают и еще много разных вещей делают. Рассказывать о своих впечатлениях готов каждый, особенно приглашенные ветераны труда. Эмоции их буквально переполняют. Сочинский цирк всегда был гордостью города-курорта. И кому, как не старшему поколению, об этом знать. Теперь поход на представление многие из них хотят превратить в добрую традицию. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.